аспирины. На них появились розовые крапинки от дождя, от холода. Ну, это, наверное, все-таки правильно нужно сказать, что это плесень. Но она его их не портит. Все равно красивый. Ну, пускай, чтобы не расстраиваться, можно думать, что это вот такая краска осенняя. На самом деле, конечно же, нет. Цветок должен быть оставаться чистым. У аспирин кипельно-белый цветок. В бутоне он розовый. И когда появляется немножечко прохлада, ночные перепады, начинает сам цветок немного розоветь. Но вот эти крапины, они, конечно, не связаны никак с розовением, а именно появились вот это признаки плесени. Ну, что же, плесень тоже может быть прекрасной. Как мы на нее смотрим? Нужно собрать, пойти яблочки.